Здравствуйте. Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Дорожная полиция Нового Уренгоя разыскивает виновника ДТП, который стукнул чужую машину и уехал с места аварии. Все происходящее, к слову, попало в объектив камеры наблюдения. Так, еще 17 декабря 2019 года во дворе дома 21 на Губкина водитель автомобиля Mitsubishi Lancer стукнул припаркованный Hyundai Elantra и спустя время уехал с места ДТП. Чуть позже мужчина в компании товарища подошел к двери пострадавшего авто и, по всей видимости, попытался исправить возникший от удара дефект. Однако сотрудников ГАИ мужчина так и не вызвал, что необходимо было сделать по правилам. Теперь же его разыскивает полиция. Если вам что-либо известно об участнике этого инцидента, просьба сообщить дежурную часть по номеру, который указан на экране. За сутки на дорогах округа произошло 14 аварий, в них один человек погиб и двое пострадали. Про ДТП с летальным исходом, которое произошло в Новом Уренгое, мы рассказывали накануне. А вот происшествия с пострадавшими пришлись на Надым и Ярсале. Так, в Надыме водитель автомобиля ГАЗ не пропустил пешехода на зебре и сбил его. Пострадавшего госпитализировали. А в Ярсале, опять же, отечественный автомобиль ВАЗ наехал на 7-летнего мальчика, который находился на краю проезжей части. В результате ДТП ребенок получил травму. Суд Нового Уренгоя наказал местного жителя, который купил наркотик для себя. 40-летнего горожанина задержали возле дома и при нем обнаружили 1,5 грамма синтетики. За это он проведет ближайшие 3 года и 5 месяцев в колонии строгого режима. А другой житель города также прошел по 228 статье УК РФ, но получил более строгое наказание. В феврале прошлого года он через закладки продал 2 грамма наркотиков и еще 100 граммов собирался реализовать, но не успел. Наркоторговца задержала полиция. Суд отправил его на 13 лет в исправительную колонию строгого режима и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. В Тазовском будут судить мужчину, который решился на изнасилование. 1 января этого года 27-летний ямалец после празднования был на веселе и решил вступить в интимную связь с 22-летней девушкой, не спросив ее согласия. Но изнасиловать ее у него не вышло, так как в комнату вошла другая женщина. Тогда обвиняемый несколько раз ударил по лицу и телу потерпевшую и скрылся, однако его задержала полиция. Свою вину он признал и сотрудничал со следствием. Это уголовное дело направлено в суд. В Салехарде местного жителя подозревают в покушении на убийство. 34-летний мужчина хотел расправиться со своим другом при помощи ножа. Как сообщает следствие, в квартире потерпевшего происходило застолье, во время которого мужчины начали конфликт. Тогда гость схватил нож и не менее 2 раз вонзил его в грудь своего 32-летнего приятеля. Однако его действия, направленные на убийство потерпевшего, не были доведены до конца, так как находившаяся в квартире женщина вызвала скорую помощь, и мужчину своевременно доставили в больницу. Скрывшегося с места преступления подозреваемого задержали сотрудники полиции. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.